это киноплощадка. Я Алиса. Сегодня мы будем говорить о фильме «Паль». Всем привет, я Варя. Варя, о чем фильм «Пальма»? Он о собаке, которую звали Пальма. Хозяин ее оставил в аэропорту, потому что у него не было на нее справку. А кто еще в этом фильме главный герой? Мальчик, которого в фильме звали Костя. Варя, а ты знаешь, как снимали фильм «Пальма»? Собаку в реальной жизни звали Лили, а мальчика Колю звали Леонид. На роль мальчика захотела более 300 человек, но выбрали только одного, потому что он хорошо контактировал с собакой. Варя, тебе понравился фильм? Кому бы ты его рекомендовала? Да, мне понравился фильм. Я его рекомендую для всей семьи. Он драматический, но в конце хэппи-энд. Смотрите наш следующий выпуск. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!